Доброе утро! С вами Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр Воронцов. И это мое видео вдохновение для вас. Вот сегодня как раз вышла на прогулку и хочу с вами поделиться хорошим солнечным днем. Вот на меня прям как раз светило солнце, ослепляло. И это сейчас очень приятно. Хоть и зима, а солнце, оно меня, например, радует очень и добавляет позитива такого. Вот. И сегодня хотела с вами поделиться тем, что использую сама, когда вот с вами происходят такие ситуации, ну, какие-то неприятные, после которых вы там нервничаете, может, переживаете, возможно, у вас возникли там негативные какие-то эмоции. И моя рекомендация в этот момент не предпринимать никаких действий и постарайтесь не решать, не принимать каких-то решений. Вот. А важно остыть, дать себе время, чтобы ваши эмоции успокоились и вы потом трезво могли бы мыслить, да, и сделать правильные действия, там, возможно, поговорить, но не на эмоциях. Важно это сделать в спокойном состоянии, с трезвым умом, чтобы не наломать дров, как говорится, да, еще больше. Вот. Что еще можно сделать? Во-первых, можно дать, дать себе время остыть, это можно пойти там где-то покричать, побить там подушку, например, выпустить, если это есть негативные эмоции. Можно включить какую-то музыку, которая вас вдохновляет на позитив, на какое-то хорошее настроение, на позитив, я бы сказала, да. И еще, как я иногда делаю, там можно посмотреть какие-то комедии, фильмы, музыку, вот как я проговорила, какую-то вашу любимую, возможно, которая вас радует. Также еще можно переключиться на что-то другое, какое-то дело. Например, там пойти порисовать, повязать. Можно с кем-то пообщаться, кто поможет, может, вам перенастроиться на другое настроение. Но опять же, важно это делать экологично, чтобы не сделать там плохое настроение другому человеку, да? Вот. Что еще я делаю, то я могу еще посмотреть какие-то интересные, может быть, смешные картинки, какие-то видео. Классно помогают видео с животными, где вот эти позитивчики нас радуют, смешат и удивляют своим неким поведением, веселым таким, игривым. Также можно, если у вас есть животные, может, у соседей у вас есть животные, и вы можете повзаимодействовать с животными, они также переключают очень хорошо, можно успокоить свои внутренние переживания, настроение наладить и тогда уже предпринимать какие-то действия. Да, еще можно переключиться с помощью каких-то физических действий. Это может быть фитнес, это может быть там тренажерный зал, это могут быть танцы, что, на мой взгляд, более качественно, да, ну, сильнее влияет на эмоциональное состояние наше. Поэтому вот можно это использовать. Вот это были подсказки от меня для вас, как я справляюсь вот уже с какими-то такими грустными своими настроениями, да, своим грустным состоянием, если это бывает. И надеюсь, вам это поможет, что-то вам даст, подскажет, и вы сможете наладить свою внутреннюю гармонию такую, да, свое хорошее настроение улучшить, повысить. Вот. Желаю вам радоваться жизни каждый день, во всем искать хорошее,
наслаждаться жизнью и быть счастливыми. С вами была Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Живи на яркой стороне. Ты знаешь, и я знаю. Ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.